От стеклянных полотен и профилей ПВХ к качественным и долговечным окнам. Победитель премии «Народная марка» компании «Орбита Профит» уже много лет держит высокую планку и завоевала репутацию надежного производителя. Среди клиентов как государственная организация, так и частные лица. Сотрудники особенно гордятся званием «Народной марки». Премия подтверждает, люди выбирают именно этот бренд. Нам очень приятно, что мы второй сезон подряд победили в номинации «Народная марка». То есть это говорит о том, как мы, насколько мы вообще серьезно работаем на рынке, насколько мы квалифицированы. То есть, и это работа всего нашего коллектива, то есть достаточно кропотливая. То есть, ну и показатель в первую очередь того, что мы свою продукцию производим, делаем упор на качество. Соответственно, то есть, как бы, люди заинтересованы в том, чтобы размещать у нас заказы. В 2014 году «Орбита Профит» запустила новую линию производства. На всех этапах участие сотрудников сводится к контролю, а всю работу делает запрограммированная техника. Говорят, при такой работе человеческий фактор практически не играет роли, а качество окон повышается. Основной упор мы делаем на качество нашей продукции. Соответственно, как бы, ну, раз мы заняли народную марку, значит, это в первую очередь говорит о нашем, как бы, то есть, имидже на сегодняшний день, который мы стараемся поддерживать. Компания «Орбита Профит» сегодня один из лидеров белорусского рынка по производству пластиковых окон. Производственные мощности впечатляют. За день возможно изготовить от 1000 квадратных метров готовой продукции. Отбирается качественное как отечественное, так и европейское сырье. Заказы компания принимает как на привычные окна, так и по нестандартным эскизам, например, круглой формы. Массовое производство стеклопакетов началось в 1959 году. За более чем полвека более удобных и доступных не изобрели, а спрос на качественные окна не падает. Татьяна Ракитина, Яна Лазовик и Михаил Христофоров. Наше утро.